На базе окружного дома офицеров развернулся производственный цех подарков. Серебряные волонтеры шьют подушки-думочки для пенсионеров из Красногринского геронтологического центра. По словам добровольцев, они не только смогут украсить интерьер, но и подарить тепло. В гости к пожилым людям волонтеры приедут и с концертной программой, репертуар, романсы и патриотические песни. Хочется сделать добрые дела. Все по зову сердца сюда приходят для того, чтобы не только общаться, конечно, общение между серебряными волонтерами, это тоже важно, но еще, когда доставляешь радость другому человеку, ты видишь, что это востребовано, нужно. Это нужно не только тем, кому мы приходим с добрыми делами. Это нужно и нам. Они также готовят подарки и для детского дома. Воспитанники получат теплые вещи и игрушки. Все это часть проекта «Доброшвей». Его реализация стала возможной благодаря гранту от Центра социальных проектов. Один из пунктов – это помощь еще нашим подопечным из дома-интерната ребенка. Дети помогаем реабилитационному центру «Ровесник», а также вот нашим бабушкам и ветеранам, дедушкам-ветеранам войны и труда. Проект в основном направлен на помощь бойцам СВО, где мы шили балаклавы, шапки, бафы, белье. Скоро на базе доброцентра начнутся мастер-классы по изготовлению индивидуальных перевязочных пакетов для наших бойцов в зоне СВО. С такими наборами солдаты смогут оказать себе первую помощь, закрыть рану и предупредить инфекцию. Наши серебряные волонтеры будут работать в команде на добро в доброцентре. Значит, люди готовы помогать, люди хотят помогать. Мастер-класс буду проводить я. И, соответственно, если кто-то захочет еще, то, значит, я их буду обучать, показывать всех желающих. Я считаю, что эта продукция будет очень нужна для наших ребят. Серебряное добровольчество в Самарской области активно развивается. Это движение курирует региональный центр «Молодой душой». Он помогает пожилым людям найти новых друзей, хобби и возможности для самореализации. Актив волонтеров в регионе составляет более 3000 человек. Сергей Павлов, Екатерина Лесная, Сергей Александров. Новости губернии.